Здравствуйте! Вы на канале Анчик Нарисуйка, и сегодня с вами мы будем рисовать рыжую белку. Первое, что мы рисуем, это набросок рыжей белки. Рисуем. Теперь и морду. И ушки. Здесь вот будет глазик. Далее мы рисуем лапку. Одну, и вот здесь вот вторая будет. Хвостик рисуем. Хвостик у него вот такой пушистый. И рисуем ветку, на которой сидит белка. В каком дереве она сидит? Рисуем такие длинные ушки с кисточками. Сегодня я вам расскажу о редкой рыжей белке. У нее красивая огненная шубка и длинные кисточки на ушах. Это животное чаще встречается в Шотландии, чем в Англии. Живет по большей части на небольшой территории, покрытой буковыми или хвойными лесами. Рыжая белка меньше и стройнее своей упитанной серой белки, а шерсть у нее длиннее. За белками лучше всего наблюдать бинокль, спрятавшись за кустом или каким-нибудь другим укрытием. Это очень пугливые и быстрые. Они скачут с ветки на ветку, чтобы и замирают, чтобы прислушаться или оглядеться. Хорошо видно, как шерсть расходится в стороны. Это ваше. Нарисуйте тоже белку. Сами напишите, получилось у вас нарисовать или нет. Подписывайтесь на мой канал. Такая вот рыжая белка. Рисуем ей шерстку. Рыжим цветом. Thank you.
подписываемся.